Здравствуйте! Лето будет снова с вами. Сегодня мы вам расскажем, как вырезать макет по меткам из программы ContourCAD SignMaster. Для этого мы загрузили изображение в формате JPEG и нарисовали овал вокруг него. Чтобы данный овал не распечатался, нам нужно зайти в настройки, выделив этот овал, сделать ему заливку без заливки, без цвета. Выбрать Cut контур и нажать вот на эту кнопку, чтобы объект у нас был в векторе. Можем проверить, как он будет вырезан, наш данный весь макет. Вот он указал, что этот овал будет вырезан, а при распечатывании его видно не будет. Далее мы выделяем макет полностью, заходим в яблочко, контур вырезать мастер. И видим, что у нас здесь вот эта линия еще появляется, потому что сам файлик, он светлее у него фон, чем фон листа нашего. И эта линия может распечататься. Для того, чтобы она не печаталась, мы заходим в параметры печати, нажимаем «Использовать метки страницы», и у нас метки раздвигаются по краям листа. Если вы распечатали и у вас метки слишком близко к краю А4, то их можно чуть-чуть подвинуть слева-справа. Чтобы они были чуть ближе к самому изображению и корректно считались плоттером. Так как кроме медведя ничего нет, можно и метки повыше распечатать. Ну, например, вот так. Получается, рез у нас вот овал. И по овалу можно сориентироваться, метки чуть пониже поставить. И пошире. Вот так у нас влезает наш овал в метки. То есть метки можно настраивать вручную, это очень удобно. Так, вот медведь, вот все вместе у нас, то есть медведь у нас распечатается, а овал должен вырезаться. Теперь мы отправляем на печать. Здесь у нас появляется предупреждение, что метки, возможно, слишком близко к самому макету, к медведю, но, как показывает практика, это не влияет на корректность резки. Нажимаем «Да». И у нас уходит на печать наш лист. Распечатали макет на обычной офисной бумаге. Вот медведь получился. Контур для резки нам не виден. И никаких рамочек этого макета нет. То есть, если печатать сразу напрямую, без той опции, то могут вот появляться на файлах вот такие края. И ну, картинка будет не очень красивая. Это за счет того, что разница в цвете получается у JPEG файла и вообще файлов ContourCAD. Так, теперь мы подводим датчик. Датчик черный у нас, сейчас его будет видно. Вот он появляется, вот он черный датчик. Нам его нужно придвинуть четко к метке. Ранее в видео у нас показано, куда его поставить лучше. Вот примерно так мы его поставили. После распечатывания отправляем на резку. Нажимаем «Вырезать». У нас появляется рисунок, как раз куда нам поставить датчик для считывания меток. Мы его разместили верно. Дальше нажимаем «После». Плоттер начинает считывание меток. По каждой он проходит два раза. По всем четырем. Это занимает определенное время. Thank you.
После считывания меток плоттер уходит в буферизацию данных, и нам нужно в программе отжать, что метки считались корректно. Метки считались корректно. Продолжить срезки. Нажимаем «Да». Плоттер начинает резать наш овал, который мы задали в программе. Предварительно, конечно, нужно подобрать режимы для ножа, для резки бумаги, той, которую вы используете, верно поставить вылет ножа, верно поставить давление, скорость резки. У нас офисная бумага обычная, мы вам показали в данном видео сам процесс именно создания макета для резки по меткам. Вот у нас четко вырезанный макет. Линия точно такая же, как в самом макете.